Рекордное число саженцев, более 6 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников, будет высажено в этом году по всему городу в рамках акции «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста». Множество рабочих коллективов охотно приняли и еще примут участие в озеленении родного города. Причем большинство организаций и предприятий самостоятельно закупали саженцы, дабы внести свой посильный вклад в благоустройство любимого Бреста. Такая инициатива была поддержана властями города. Александр Рогачук, принявший активное участие в акции накануне, посетил парк «Тысячелетие» в среду, чтобы лично поблагодарить всех собравшихся за проделанную работу. Я просто вам благодарен за то, что вы откликнулись на наше предложение, сами тем более участвуете в этом процессе. Дай Бог вам здоровья. Опираясь на таких, как вы, мы наш город сделаем самым красивым, самым лучшим. Любые ваши инициативы по городу Бресту, не обязательно озеленение, мы готовы поддержать, потому что вы классные, замечательные, патриотичные люди. После слов благодарности мэра нашего города все собравшиеся в отличном настроении приступили к делу. Не стало помехой и переменчивая весенняя погода. Сажали молодые деревца как целыми коллективами, так и вместе со своими ребятишками, с малого приучая к заботе о родной земле. Наш дом – это наша земля, это наш город, и мы хотим его сделать краше и красивее. И внести свою лепту, посадка дерева хотя бы, чтобы он был лучше и красивее. Цель сделать любимый город еще красивее объединила всех собравшихся. Оттого и сам процесс посадки молодых деревьев в этот день невозможно было назвать тягостным. В считанные минуты с юмором и задором представители организаций и предприятий участников превратили еще одну часть пустыря в молодой парк. Только такие мероприятия могут сблизить, когда люди совместно берут лопаты, ведра, что-то копают, садят. Вот это, наверное, объединяет больше всего. Самое главное всем предпринимателям и ремесленникам, которые здесь присутствуют, все хотят подарить городу на тысячелетие, как отвести свой вклад, посадить деревья пустые, чтобы через несколько лет прийти сюда, посмотреть с детьми, с внуками, как они растут, поухаживать за ними. Мы с большим удовольствием участвуем в сегодняшнем мероприятии. Сегодня присутствуют представители автобусного парка, представители троллейбусного парка и коммунального транспорта унитарного предприятия «Брестгортранс». Будет высажено 43 клена астролистных. Поэтому данное мероприятие мы поддерживаем с большой надеждой в светлое будущее, во все самое хорошее. Великолепные саженцы сосен, елей. И сегодня мы высаживаем их, чтобы на память нашим детям, внукам и потомкам. Будет очень интересно. Акция просто великолепная. Мы присоединились к акции. Все крупные предприятия участвуют в акции. Парк будет, конечно, у нас очень замечательный. Без сомнений, работа, проделанная в этот день, будет радовать брестчан и гостей нашего города на протяжении многих десятилетий, укрывая от летнего зноя листвой выросших деревьев.